2500 раз нарушили югорчане закон по обращению с оружием. Такие данные за минувший год приводит Росгвардия. В итоге изъято 7000 патронов и 1700 единиц снаряжения. Еще 1000 югорчане сдали добровольно. Силовики проверяют не только гражданских лиц, но и охранные организации. Так, за год проведено почти 300 инспекций. В итоге 40 нарушений лицензионных требований. ЧОПы оштрафованы более чем на 1 000 000 рублей. Отмечу, что на законных основаниях оружием сейчас владеют свыше 54 тысяч югорчан. Причем они стали дисциплинированнее в вопросах его хранения. Причиной тому является в том числе ужесточение федерального законодательства. Очередные поправки вступают в силу в конце марта. Который, можно сказать, приводит к ужесточению правил его оборота в очередной раз. Ну, основным из них можно выделить то, что теперь граждане при обращении подразделения лицензионно-разрешительной работы будут дополнительно проходить проверку на наличие опасности использования оружия в противоправных целях. Данную проверку мы будем проводить совместно с органами ФСБ и МВД России. Кроме этого, не смогут получить лицензию граждане, которые в свое время были подвергнуты административному наказанию за отказ от медицинского свидетельствования.